Привет, ребята, с вами Ниагара, и у меня для вас хорошая новость. Мы на 56-м уровне, и в этой серии дойдем до финала. А вот эти бонусные уровни я выполнила, и здесь, наверное, мы быстренько в серии прямо их выполним, чтобы у нас полностью все было, да? Давайте сейчас откроем, например, вот эту ленточку. О, качелька. И у нас остается что-то вот здесь. Будет полностью у этого несносного попугая оформлено вот это местечко его. Так, начинаем. Получите 10 бонусов за быстроту. Можно и нужно. Печенька, печенька! Пропущенный вызов Джаспер? Вау. Может, возьмешь трубку? Ну, серьезно. Мы можем поговорить? Эми, что такое? Ничего, так, мелочь. Врёшь. Ну ладно, Джаспер мне все время названивает. Еще с тех пор, как, ну... Ты же помнишь, что я всегда рада тебя выслушать? Ой, уже 9, пора открываться. И что мы делаем первым делом? Правильно. Несемся. Сюда. О, мне какой-то крючок добавили. И быстренько кошачью еще наполню. А, зелененько. Так, и она просит этот крючок. О! Что надо делать? Нажмите. А, да убить по ним. Хорошо. Я думала, тереть опять. Ну, как обычно, знаете, это. Грязь они оттирают. Так, собачья. И это сюда отдаем. Блин. Как же это быстро все заканчивается. Ладно, по 2 будет норм, наверное. Видите, расхватывают. Давай, пока никого нет. Так, подожди, мышь вижу. Пропустила из-за тебя, мышь. Все, ладно, зато мы ее поймали. Так, иду. Блин, не получается толком подкопить, потому что народ-то приходит. Приходит. Давай-ка быстренько еще одну сделаем. Так. Awesome. Все места заняли, да? Деловые такие. Так, синяя мисочка. Sharp. Крючок для зубов. Ах ты ж. Почистили зубки. А, забыла, там еще в эту штуку нужно. Вот этот пистолет, наполнитель сделать, вот этот вот капсулку эту. Так, давай. Fantastic. Чик-чик. Опять все заняли, да? Пока она моет, быстренько сделаем еще. Sharp. Парочку запасных. Да? Видите, как удачно вовремя. Awesome. Давай бегом, я с ним рассчитаюсь. Интересно, вот как вы думаете, она с ним поговорит, с этим Джаспером? Что она ему скажет? Sure. Мне кажется, она в итоге все-таки останется. Не поедет она ни в какой Нью-Йорк. Хотя не знаю. Там опять же Джек. Может, он ради нее приедет сюда. Так, вот. Я уже в них запуталась. Синие, зеленые, блин. Капец какой-то. Так, ага.
Сейчас, пацаны, постойте пока тут, вы же довольны. На кассе подождете. Фантастик. Угу. Кошачек надо накидать. Оп. Оп. Я еще одну успеваю сделать. Оп, оп, оп. Ну что, все, мы заканчиваем. Я думаю, что мне хватит. Это точно. До конца рабочего дня. Хотя, если они будут вот так по две сразу забирать, то не знаю. Так. Колесики. Держите, сэр. Еще колесики. Угу. Конец рабочего дня. Ура! Вот, сэр. Хорошего дня. Удачи. Ну. Так что там насчет Джаспера? Джаспер, это просто кошмар. Он казался идеальным. Но, похоже, внешность не всегда отражает суть человека. Вот из клиника 4 с хвостиком то же самое. Им плевать на животных. Думаешь, уволится? Да. Не знаю, что буду делать дальше, но там работать больше не хочу. Уж это я поняла. А не хочешь взять на себя руководство клиникой дяди Артура? Он будет невероятно... Так вот, к чему ты ведешь. Только это тебя интересует? Нет, точнее, конечно, это меня интересует. Ты просто имей в виду этот вариант. Всем от меня что-то нужно, как это достало. Кристал хочет, чтобы я вернулась в Нью-Йорк, ты чтоб я осталась. Нет, Эми, я... Джаспер хочет, чтобы я осчастливила его родителей. Нью-Йоркская клиника хочет, чтобы я зарабатывала им деньги. И что же я? Как я хочу жить? Это моя жизнь, Лиза, как ты не понимаешь? Ну, орала такая на нее. Истеричка. Извини, Лиза, я что-то сама не своя. Увидимся завтра. Так, ладно. Отставь свои истерики. Разошлите приглашение на вечеринку по случаю ухода Артура на пенсию. Пробы и ошибки. Что такое? Извиняться пришла. Прости меня, зря я так разозлилась. И ты извини. Нет, это моя вина. Я сейчас какая-то потерянная, что ли. Ну нельзя же вымещать злость на тебе. Я понимаю, тебе предстоит очень сложное решение. Да, если честно, я хотела бы остаться в дедушкиной клинике. Но я боюсь, что всю жизнь проведу в Снагфорде. Я хочу повидать мир. И это такая ответственность. Я даже не уверена, что смогу быть хорошей руководительницей. Все готовы зажигать? Вот приглашение. Разошлите его жителям Снагфорда. Похоже, у нас неожиданно появилась целая куча дел. Разгребем мы эту кучу. Ага, Кристал нам отдохнуть не даст. Ну, начну рассылать приглашение. Ноутбук какой-то появился. А, с него будем посылать, ага. Подожди, у меня тут сейчас может быть экстренная запара. Сначала сделаем запасы. Так. Блин, подождите. Немножко постучу по клавишам. Awesome. Так, собачатина, сюда, сюда, сюда. Отпускаем. И стучим. Awesome. Три раза так надо сделать. Так, начало положено, мышка поймана. А! Аж! Для кошечки что-то женщина купила. Корм и мисочку. Так, это тоже подкинь.
Я как электровеник ношусь вообще по всей клинике. Стучи опять. Сейчас доделай, мистер, подождете? О, спасибо вам. Вы сама доброта. Класс. Начинаем. Сюда. Так, измерить температурку. Хорошо. Отпусти их. Так, 66%. Это очень хорошо. Девушка сейчас закажет. Ага, мисочку. Оп. Е-е-е! Мы выполнили. Так, и прошло всего полдня. Нужно запасы сделать. Да-да-да. Сейчас я вот этих отпущу. По-быстренькому и делаем запасики. Блин, а чё, она не успела, что ли, девушку отпустить? Они вроде вместе подошли. Так, это вот почистя. Зелененького. Ну что? Зубы будем смотреть. Ох, ты же засорил тут все. Пойдем. Пока тут все раздумывают, что им брать. О, вот видишь, как вовремя. Как раз женщина хочет и то, и третье, пятое, десятое. Удерживаем. Отлично. Так, пожалуйста. Пока. Запасики, запасики. Я помешана на запасиках. Сейчас все будет хорошо. Так. О, боже ты мой. Так, это. Так, давай быстрее. Тим-тим. Идем. Мисочку подкидываем. Все. Вообще, блин, у меня. Все запасы разобрали. Ой-ой-ой-ой-ой. Я не знаю, вообще-то рабочий день заканчивается. Стоит ли делать еще запас? Может, я просто там потом по-быстренькому сбегаю и сделаю. Не пойду, короче. Угу. Приглашение мы разослали, что нам? Все чудненько. Так. Сейчас уборки у тебя будет 2 стола целых. Вот и все. Мы не сомневались. Прибежал. Привет, дедушка, что это там у тебя? Да, обычные бумаги, знаешь, любая серьезная сделка — это одни сплошные заботы. За работу. Так, значит, сделка состоится, мне даже сложно представить. С переменами так всегда. Дедушка, а когда ты решил открыть ветеринарную клинику? Ну, дай подумать, сколько лет-то прошло? Сначала я работал на других людей, но они деньги ценили куда больше животных. Это меня не устраивало. Знаешь, каждый случай надо рассматривать индивидуально. Я хотел, чтобы у меня была возможность внимательно работать с каждым животным. Крупные клиники берут количеством, но качество от этого страдает. А иначе невозможно. Мне хотелось более индивидуального подхода. Снакфорд в этом плане идеален.
Я помню всех местных животных, их клички, особенности характера. Да, понимаю. Жаль, что я раньше тебя об этом не расспрашивала. Разобраться в себе очень сложно. Найти свой путь можно только методом проб и ошибок. И не говори. Да, печенька, печенька. Вообще не впопад ляпает свою печеньку. Печенька, печенька. Так, это нам открыто уже, можно посмотреть? Посетители очень нетерпеливы. А, они будут все недовольны. Ладненько, погнали быстрее. Они сейчас тут все психи будут. Очень нетерпеливые, злые. О, смотри, уже набыченная. Так, это и крючок сразу бери. Ох ты ж! А есть вариант на них на попугая натравливать, и так что вот они будут довольны. Fantastic. Она сама еще столы моет! Вы серьезно? Все, мне конец. Мне конец. Ага, синенькая миска. Сэр, только не беситесь. Уже несу. А, давай-ка его попробуем. Так. Получше будет у него настроение. Да, надо его натравливать на них, все. Только единственное, видите, как... Получается... Неси. Те, которые стоят возле меня, с ними такое не прокатывает. Иди к нему. Вот на этих тоже можно натравить. Так, держи. Ну, чтобы они подобрее были. Так. Мужчина, быстрее! Угу. Давай-ка, поработай. Уа, давление падает. О, нет, высокое. Держи, держи. Быстренько их отпускать еще немаловажно. Потому что, блин, иначе они тут опять запсихуют. Так, так. Крючок. Зубы чистить коту. Так, мужчина там что-то надумал. Пилюльки. Быстренько, быстренько. Зеленую мисочку еще принесу. Вы же подождете, да? Конечно, фантастика. Невероятно. О, обалдеть, такого кариеса мы еще не видели. Так, красная миска. Для женщины зеленая. Вот видите, как мы быстренько с вами разобрались. Мгновенно. Ну, поэтому я прохожу это за кадром, потому что это как бы особого значения для сюжета не имеет. Найдите новых хозяев черепашка Мортура. Добрые руки. Пожалуй, придется найти черепашкам новые семьи. Кажется, что они живут у тебя уже целую вечность. Да, лет 20, а то и больше. Ого, вид у них очень здоровый. Черепахи многое выдерживают. А что с ними делать? Искать новых хозяев? Думаю, да. Может, раздадим их сегодня. Что, сразу? Как же они будут без своего дедушки? К счастью, в этом городе животных обожают. Сегодня будет черепаший праздник? Я думала, черепаший суп скажет. Черепраздник, черепраздник. Так. Погнали! Найдите
хозяев. Ну, а как это сделать? Вы мне объясните. Помощницу вернули, слава богу. Так, стой. Возьми черепашки, ну какие классные. Возьми черепашку. В смысле, вот, смотри, на. Вот. А, ему отдай. Эй! Я не знала, что это так работает. Надо ее брать и ему отдавать, короче, как бы. А, ну получилось, у нас один-то работает. Сюда. Отдали. Все, норм. Мышка. Так, хоп-хоп. Сюда. Давленица померим. Там вот пришли за черепахой, давай быстрее. Так. Ну, давайте, женщина. Так, мне бы эти запасиков сделать. Ну, ладно. Черепашку сейчас пристроим. И пойдем. Сделаем пару запасиков. Подождите меня. Черепаху заодно пристрою. Еще три разика и все. Все наши малыши на месте. В добрых руках. Блин, миски бы подкинуть. Я как электровеник, реально. Я еле успеваю за ней следить, как она носится. Капец какой. Так. Черепаха! Ну что, полдня рабочих прошло. А мы почти справились со всеми трудностями. Один и тот же, кстати, приходит. Да бери оптом, что ты за каждый отдельно приходишь? Так. Вот такую мисочку пока наберу. Вот это самая простая мини-игра. Вот это. Ох ты ж, женщина, оптовик. Я вообще-то не вам говорила, а про черепах. Awesome. Пойдем-ка быстренько. Я не могу без подстраховки. Вот, видишь, что бывает. Сейчас бы забрала у меня последнюю коробочку, и все. Угу. Пока он идет, я успею еще одну сделать. Эй, не успела нажать, ладно. Чтоб она шла чистить. Так, миска. Ничего, нам совсем чуть-чуть осталось. Да, блин. Уж вам всем так нравятся эти зеленые таблеточки. Работа для тебя. Так, а я пойду в зубах ковыряться. Чудненько. Угу. Подкину, пожалуй, зеленые кончились. Так, кошачий корм. Есть такой в наличии. Угу. Вот это я не знаю, кстати, что он делает. Может быть, инъекцию? Блин, последний корм забрал. Awesome. Берите. Что не видно? Все.
Отстояли смену. Все, последнее. Ну вот, они были такие милые. Думаю, им принесут немало радости. Они принесут немало радости своим новым владельцам. Это точно. Я столько всего помню об этом месте. Помнишь, как черепашки все время сбегали? Как Ньютон над всеми глумился? Щенки, котята. Да уж, мы не скучали. А то было здорово. Я буду тосковать по своей клинике. Слушай, птица может растолстеть? По-моему, Ньютона пора посадить на диету. Свалю. Вот так и будем его пугать. Надоест, будем говорить. Диета, диета. Помоги Кристал все подготовить для вечеринки. Без обид. А я с подарками. Ну что, готовимся к вечеринке? Так точно. Угадай, кого я вчера встретила. Джаспера. Я была в Верите. Вот как. Мне кажется, у него было свидание. Ну, я за него рада. Я не могла молчать. Ну и... Нет, все нормально. Я ни разу ему не перезвонила. Эми. Знаю. Просто слов нет. Да уж, сумасшедшая история. Ну и все, что с тобой произошло. Отношения-то так сложно. Но главное верить себе. Ты как, в порядке? Да, насчет Джаспера. Думаю, это было правильное решение. Мы не пара. Хорошо, что он не стал зацикливаться на прошлом, но... Да. Да. Да-да. Так... У меня уже паника. Что-то так много всего нужно сделать. Давай быстрее. Пам-пам-пам. Так. Сюда. Там температурку померяем. И пойдем заниматься. Так. Хоп-хоп-хоп. Сейчас всех отпущу. Ему, конечно, некуда встать даже. Сейчас я очищу тут. А я походу, короче, это все буду превращать в столики, нет? А, нет, здесь и там. А то тут у нас был стол, а получился столик. В итоге все столы эти уберут. Где-то мышь, стой. Мышь. Пищала где-то. Так, я ее не вижу. Она, значит, здесь где-то, да? Ну, нет уже, да, ее? Не видно. Вот она. Среди кошек сидит такая. Ох ты, зараза. Так, держите, сэр. Угу. Это иди убирай. Что-то я... Везде восклицательные знаки, я уже все... Sure. Глаза в кучу. Кстати говоря... Меня все разобрали. Все корма, блин. Давай быстренько сюда. Потом нужно отпускать, потому что они все заняли. Людям некуда приходить. Так. Крючок сразу возьму. По быстролянчику. Не могу попасть, блин. Синюю миску. Всех отпустить. Fantastic. Иди прибирайся, там у нас посетитель. Пока он еще доволен. Sharp. Так. Сейчас можно я доделаю? Вы же подождете, правда? Это, слетай, пожалуйста, к нему. Расстроился парень. Mm-hmm.
them. А какая синяя зеленая? Пожалуйста. Я пока пойду еще тут подготавливаться. Sharp. А-а-а! Надо вот этих зарядить. Ой, как хорошо, что это не мини-игры. Я пока тут займусь. Зеленая миска. Так, хорошо. Вот пареньков сейчас отпустим. Она пока здесь прибирается. У меня еще есть время. Ну и все. Считайте, мы выполнили задание. Sharp. Класс. Давление пойдем собачки померим. Awesome. Так, это у нас вот этот красненький. Я, блин, все время боюсь перепутать вот эти коробки. Что они какие-то, блин, слились у меня уже в глазах. Еще когда торопишься. Давай быстрее. У нас есть время, кстати, на запасы. Я, правда, не знаю, стоит ли уже. Времени-то не так много осталось до конца рабочего дня. Так. Не буду делать запас. Надеюсь, хватит. Это аж куда-то целых два аквариума. Ода! Угу. На, теперь люльки. Awesome. Так, опять нету места. Неудобно, конечно, когда сразу двое занимают все столы. Sharp. Мощно. Чистоту обязательно наведем. Все, ура! Победа! Такая кристалл. Ну и денек, зато какая тут красотища. Да уж, кристалл, умеешь ты закатывать вечеринки? Еще раз спасибо, Кристал. Дедушка, может, и ворчит, но он тоже тебе благодарен. Извини, что полезла к тебе с Джаспером Эми, но я просто не могла молчать. На, ее, ничего страшного. А что такое с Джаспером? Да так, он уже нашел себе новую подружку. Уже? Вот именно. Но он и... Оу! Нарисовался. Здравствуйте, надеюсь, я не ошибся. Джаспер, что ты здесь делаешь? Внезапно. Вот это поворот. Ну что, пойдемте на испытание последнее. Закончите каждую мини-игру с тремя звездами. О, с тремя звездами. Каждую! Все, я в панике. Вы что, обалдели? Каждую мини-игру. Обалдеть. Ну, у меня вроде как нормально с мини-играми. По крайней мере, было до сих пор. Ну, вот зубами, например. Это ж мини-игра, да? Так, так. Сейчас всех отпустим. Fantastic. Иди мой. Красную мисочку принесу мистеру. И быстренько запаску сделаю. Вот с этой мини-игрой у меня норм. Сейчас такая хоба и не справилась. Было бы смешно. Так. Awesome. Все нормалек. Давай-ка ж кошечку еще сделаем. Хоп-хоп-хоп. Так. Ой-ой-ой-ой-ой. Два давления, раз, два, три, сюда. Побежали.
Еще разок. Блин, надо мисок подкинуть. Это что он просит? Собачья. Ну. Иногда меня бесит, что они долго думают. Мне кажется, я действую быстрее, чем они думают. Ох ты ж! Массовое загрязнение. Освобождаем быстренько, да. А то у нас там стоят, ждут посетители. Мы тут стол, понимаешь, накрыли. Ну. Ну, это сделано, конечно, для того, что если ты не успеваешь, чтобы у тебя было время. Поэтому они так долго думают. Так, сюда. Раз, два, три, сюда. Так, кошечку ей отдадим корм. Fantastic. Так, а я сама пока быстренько пойду пополнять запасы. Sharp. Мощно! Ага, я зарядила. Так, что он там, температуру? И как раз-таки по одной, смотри-ка ты, а? Все запасы вытаскали у меня. Perfect. Perfect, конечно, perfect. А, кстати, можно было и не чистить, у меня и так уже звездочка есть, но мы все равно всегда прибираемся. Чтобы у нас все блестело. Да, чистота в клинике. Это было последнее испытание у нас в игре и 60 уровень завершающий. Прочтите старый список за и против, надо же, как быстро все меняется. Подружки встали за ее спину. Джаспер, что ты здесь делаешь? О, Эми, привет, я, ну... Я хотел с тобой поговорить. Эми? Не переживайте, можно мы минутку поговорим с глазу на глаз? Попросила их уйти. Думаю, я должен извиниться. Мне не стоило так на тебя давить. Тут любой бы сбежал. Ты совершенно ни в чем не виновата. Нужно было раньше понять. Прости. И ты меня прости, Джаспер. Мое мнение о тебе не изменилось. Ты замечательная, просто я был слеп. Я хотел бы все исправить, если, конечно, ты захочешь дать мне второй шанс. Джаспер, боюсь, я не готова. Я... Ничего страшного. Я понимаю, что все кончено. Просто... Ты еще вернешься, ну, в Нью-Йорк? Нет, не думаю. Честно говоря, в клинике 4 с хвостиком я как-то не прижилась. Понятно, ну, если тебе понадобится моя помощь. Да, спасибо, обязательно. Ладно, наверное, мне пора. Спасибо за то, что ты была сама собой. Может, еще увидимся. Да, посмотрим. Удачи, Джаспер. Ну, Ньютон, что скажешь? Печенька-печенька! Диета-диета, Ньютон. Да, некоторые вещи не меняются. А другие еще как. Один день спустя. Важный день. Все готово к вечеринке? Праздник, праздник. Да, шик и блеск. Будет круто. Кстати, Эми, я тут нашла твой старый блокнот. Вот, решила вернуть. Ой, точно. Список за и против. Спасибо, Лиза. Ну что, с бумагами покончено. С завтрашнего дня здание переходит к новым владельцам.
Просто не верится, что уже завтра. Значит, сегодня нужно так выложиться, чтоб навсегда запомнилось. Да, постараемся. Разнесем тут нафиг все. Для новых владельцев. Пьянька. Думаю, честь поработать в приемной последний день по праву принадлежит тебе, дедушка. Дедуля, значит, у нас тут будет. Ладненько. Дедушка, вы бегаете так же, как электровеник? Это очень хорошо, это нам пригодится. Так, что там? Нужно посмотреть. Тут старый список за и против. Что же я там писала? А кто ж тебя знает? Я не помню. Что ты там могла писать? Подожди! В Нью-Йорке может можно многому научиться. А, ну да. Она выбирала, поехать ей или не поехать. Где ты? Где ты, подлюка? Где она? Опять я ее не вижу. Так. Ага! Блин! Я ее поймала или нет? Да, поймала. Нельзя бросать дедушку. Возможно, не стал закрывать клинику. Ага. Да я вижу. Да, блин, тут все кончилось. Ну-ка, не сердиться от никому. Fantastic. Ах, что бы я тогда... совершенно другим человеком она была. Так. Она меня отвлекает. Все, она, короче, прочитала. В общем, у меня была в сомнениях, поехать, не поехать, бросать дедушку. Бросила в итоге. Так, что там у нас? Красная миска. Сейчас она не хочет его бросать. Наоборот, она разочаровалась, получается, в Нью-Йорке. Ну, ей Кристал сказала, ну, типа, возвращайся, большие возможности, бла-бла. Она вот уже и не хочет. И замуж не хочет. Женщины такие переменчивые. Так, подожди, он еще не пришел. Пойдем-ка давление померим сначала. Awesome. Угу. Зачистка. Суперчистка. Полдня уже отработали. Запасы все на месте. Так. Некуда, подождите. Грязь у нас тут кругом. Я пока пилюльку сделаю. Sharp. Это вакцинация. Такс. Ждите. Awesome. Угу. Слушайте, перестали корм заказывать. Как я поназапасала тут. Вообще их не берут. В чем дело? Угу. Awesome. Давленица. Собачки. Отлично. Идеально. Вот. Наконец-то. Мои труды не пропали даром. Awesome. В основном, заметили, они вот эти предметы берут. У кассы, которые... Мисочки, вот эти вот всякие. Угу. Давление сегодня просто каждый второй меряет. Что, магнитные бури? У собак. Так. Awesome. Ну что у нас там со звездами? Где мои звезды?
Прям такие клиенты сегодня не вредные. Так. Красная, синяя. Угу. Приятных покупок. Это любит разнообразные таблеточки. Всего да побольше. Так. Ну вот и наша вторая звезда. Sharp. Мощно. Да что вы пристали к этим таблеткам? Так, зеленая и синяя. Все, конец рабочего дня. Да, конечно. Как только миски закончились, так надо 500 штук заказать. И пока. Привет, привет. Привет. Привет, Ньютон. Что нового? Праздник, праздник. Джек, ты приехал? Привет, Эми. Как дела? Да чего же я рада тебя видеть. Начинаем. О, сколько народу. Ой, кажется, я... То есть, кажется, забыла шампанское. Нужно выпить. Эмили, здорово, что ты пришла. А как... Щенята, щенята, ура. А, с мотоциклом столько проблем. Сейчас вот чиню. Кого что? Внимание, внимание, друзья. Я хотела предложить тост за лучшего ветеринара в Снакфорде. Эми, как нескромно. Эй, разумеется, про дедушку. Он научил меня всему, что я знаю. Да, я все собирался за это извиниться. Он спас пирата. И свинку. И Коджа. Ньютон, Ньютон. И Дейзи, Дейзи, умная Коля. За дедушку Артура, который был готов на все ради каждого, кто переступал порог его клиники. За дедушку. Спасибо, друзья, это много для меня значит. Как грустно, что клиника закрывается, твое заведение было лучше любой ветеринарной сети. Мне повезло, что я выросла здесь. Тихо, тихо. Мне надо слез, а то я сам снова заплачу. Ну что ж, пришло время подписать договор. Он на нее оформил. Нет, нет, не надо. Не подписывай. Эми. Эта клиника так много для всех значит. Она столько значит для меня. Ну, хорошая моя, ты же знаешь, что я в ней работать больше не смогу. Нельзя же держать пустое заведение. Значит, в ней буду работать я. Я буду руководить клиникой. Уж постараюсь достойно продолжить твое дело. Эми, это очень серьезное решение. Да, я на правильное. Теперь я это понимаю. Я нашла свою дорогу в жизни. Я хочу продолжить твое дело, дедушка. Я хочу и дальше помогать четвероногим жителям Снакфорда. Друзья, попрошу минут вашего внимания. У нас с Эми небольшое объявление. Порвал все нафиг. Эта вечеринка посвящается уже не только моему уходу на пенсию. Предлагают праздновать торжественное перерождение клиники. Ура! Эпилог. Ах, Кристал, планировать вечеринки так непросто. А то жизнь вообще штука трудная. Если серьезно, это правда сложнее, чем я ожидала. Зря черепашек отдали. Ну что, Эми, все готово. Теперь клиника официально принадлежит тебе. Спасибо, дедушка. Жду не дождусь, когда начну работать. Раз уж Артур выходит на пенсию, понадобится помощь. Звони, буду рад выручить. Спасибо, Джек. Позвоню. Я буду по тебе скучать. Я скоро приеду. Я думала, он останется. Фу на тебя, Джек.
Ну что, мне тоже пора. Ты обязана приехать ко мне в Нью-Йорк, а не то? Это к вам обоим относится. Приеду, обещаю. Ну хорошо, пойдем, моя красавица. А у тебя какие планы, Лиза? Ну, знаешь, мне ужасно нравится работать в этой клинике. Я ведь тебе пригожусь. Ну, конечно, как я должна работать, когда рядом нет лучшей подруги? Ну, надо же, новая начальница уже. Нет, он начальник, Ньют, он начальник. Нет, ты поедешь жить к дедушке. Я собирался сказать, что ты уже готова приступить к работе, но, как видишь, Эми, у тебя завелся конкурент. Вот и думаешь, что с ним делать. Удачи. Забери его, Артур. Чё она? И что дальше? Уже 9. Пора открываться. Ну, вот и финал, собственно. Ребята, а как там посмотреть это все? Пропускать надо? А ну можно на эскейп нажать? Нельзя. Перейти к карте можно. Мы прошли. Давайте посмотрим, что там у нас. Последнее-то. Вау. Кубики. Ну и призы. Ух ты! А за что же мы не получили? Ну ладно. На этом все, мои хорошие. Оставайтесь на моем канале, будут и другие игры. Надеюсь, вам понравилось прохождение. На этом я с вами прощаюсь. Всем пока.